Аварийный понедельник. Только за одно утро в регионе произошло две крупных аварии. В Муромском районе произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Авария случилась на 98-м километре трассы Касимов-Муром-Нижний Новгород около 7 часов утра. На дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravella и легковушка Mitsubishi Outlander. 52-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате этого происшествия травм получили 9 человек. Это 6 мужчин и 3 женщин. 8 из которых находились в салоне автомашины Volkswagen. Из них в настоящее время 8 человек госпитализированы. Один человек, ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту в настоящее время назначено проведение административного расследования. Вторая крупная авария произошла на трассе М7 в Петушинском районе. Там столкнулись грузовая «Газель» и «КамАЗ». Водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и догнал впереди идущий грузовик. Виновник ДТП отделался сотрясением головного мозга. И добавим, что за минувшую неделю на дорогах области в результате различных дорожно-транспортных происшествий один человек погиб и 36 получили ранения.